Химках реализуется комплекс мер поддержки для семей участников специальной военной операции. Медицина не остается в стороне. В клинике организовали весеннюю акцию, в рамках которой можно сдать анализы и узнать состояние своего здоровья. Родственники военнослужащих получают такую услугу бесплатно. Проверить уровень витамина D, и эндокринолог проконсультирует по результатам анализов. Также там входит общий анализ крови. Ко мне, в принципе, всю жизнь приходит идея помогать людям. Я не просто так открыла клинику именно для помощи людям. И, повторюсь, в наше достаточно такое непростое время, конечно, хочется еще больше помогать, особенно тем, кто защищает нас. Сын химчанки Елены сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Она уже воспользовалась услугой медицинского центра и прошла консультацию у эндокринолога Валерии Болдыревой. Очень хорошая клиника, очень хороший доктор, все очень понравилось. Руководитель еще лучше. Все обязательно буду рекомендовать всем своим знакомым, друзьям. Все хорошо. Широкий спектр услуг и внимательное отношение к пациентам располагают к посещению клиники. Здесь созданы все условия для укрепления здоровья. Химчане могут проконсультироваться у различных специалистов и пройти обследование. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.